центре Красноярска загорелся КАМАЗ. Машину сняли на видео очевидцы, которые проезжали по улице Караульной. На кадрах большегруз стоит у обочины, а из кузова идет дым. На место оперативно приехали пожарные. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, в прицепе грузовика загорелся мусор. Территория военного городка на Малиновского в Красноярске превратится в жилой микрорайон. Об этом рассказали в мэрии. Сейчас концепция в разработке. Кроме новых домов, там появятся парки, детские сады и транспортная развязка. Часть военных объектов все же планируют сохранить. Земля, где начнется строительство, находится в федеральной собственности. Чтобы проводить там работы, нужно внести изменения в градостроительный план Красноярска. 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания. Продлится она до 31 декабря. В Красноярском крае на военную службу примут около 4000 человек. Служить они будут по всей стране и во всех видах войск. В этом году вступает в силу ряд изменений. Одно из них позволяет отказаться от отсрочки. Для этого нужно написать заявление в призывную комиссию, которая обязана будет отправить призывника на службу. Инспекторы мотовзвода Красноярского полка ДПС закрыли сезон. Почти полгода полицейские следили за безопасностью, патрулировали улицы, участвовали в рейдах и разбирали аварии. В Красноярске это уже 9-й по счету мотосезон. Завершали его в компании с байкерами. Любители экстремальной езды проехали по городу. Это своего рода прощание с большой дорогой до следующего лета.